Всем добрый день. Давайте сегодня посмотрим вопрос для Арины. Она спрашивала о ближайшей беременности. Ну, мы посмотрим где-то на полгода, не будем дальше заглядывать. Будет ли беременность в ближайшие полгода? Ну вот, что здесь можно сказать? Скорее всего, что вы замужем, то есть отношения официально оформлены. Можно сказать, что у вас очень сильная эмоциональная связь, довольно гармоничные отношения между вами. И еще хочу сказать, что это тот редкий случай, когда беременность желает не только женщина, но и мужчина. То есть он тоже желает наступления беременности, появления малыша. Но, скорее всего, что в ближайшие месяцы вряд ли будет беременность. И что же этому мешает? Вы знаете, мешает ваша зацикленность на этом вопросе. И карты советуют наслаждаться настоящим моментом. То есть как бы переключить свое внимание. Причем не так, что вот все, я не думаю, мы об этом не говорим, значит, мы отключились. Нет. Нужно реально отпустить ситуацию, может быть, съездить в отпуск. Нужно посмотреть на водопад, на солнце, наслаждаться фруктами экзотическими. Вот посмотрите, последняя карта, она напрямую говорит об этом. Вот сидит девушка, да, она в расслабленном состоянии, ей хорошо, светит солнце, сзади нее водопад, чаша, наполнены разными фруктами. То есть вот все это поможет осуществить вашу мечту, поэтому прислушайтесь к этому совету, я думаю, что так оно и есть.